Ура, новый день в детском саду. Вы готовы? Ура, да, ура! Я готов. Игорек, вот сюда, Игорек, сюда, Женечка. О, наша группа, Игорек. У нас Петрович, новенькие, смотрите, у вас новенькие, Эдичка, смотри. Ваня, я вижу Ваню. Куда он убегает, Ванюша? Он убегает, он до сих пор с нами общается. Фламинго, у нас не было фламинго, а теперь у нас есть фламинго. Так, а кто еще тут есть? Смотрите, так, Игорь, я забиваю ее себе. Давайте, давайте, а мне... Вика, а тут смотри, кто еще есть, смотри. Олег. Ты напугал, зараза. Что за гитарист? Что за гитарист? Танцуем, танцуем, ура! Не играй, дебил! Не играй. Смотри, ну похмелье побудет. Забирай мне вот эту. А мне вот это нравится, очкастый. Такой Рома. Привет, Рома. Почему он с сисиками? Почему у Ромы сисички? Женечка, Игорь. Дайте мне объяснить это. Игорь. Что это? Женечка, я ж тут проголодался. Вы как? Я тоже проголодалась. Я хочу мясо. Мясо. Я хочу рыбу, Какой рыба? Я хочу конфеты. Какие конфеты? Я хочу мясо. Нет, давайте конфеты. Игорь. Идем за конфетами? Какие конфеты? Какое мясо? Рыбу? Конфеты! Ну это же конфеты, сладко, конфеты! Ну ладно, давайте, чуть-чуть только, чуть-чуть. Мне мама не разрешает много есть конфет. Тогда пойдемте быстрее в портал! Конфеты, хочу конфеты! Ура! Петрович, а Петрович нас пропустит? Да, пропустил. Портал! Мне кажется, ему все равно. Портал! Ну что, вы готовы? Я готова. Готова. Давай сюда. Игорёк. Да ну я говорю тебе сюда. Да тихо. Раз, два, три. Ух. Так, где мы? Где это мы? Вау. Это мир. Конфетки. Я нашел парашют! Конфетный мир, так, что это такое? Нам-нам-нам, вкусно! Прикольно! Какие-то тут слишком большие конфеты. Конфетный мир же. Ого, тут есть большие леденцы. Где? И мороженки большие, смотрите. А вот это что такое? Мы на пончике! Малиновом пончике! Смотрите, там какая-то печенька, давайте съедим печеньку. Где? Печенька, вот, впереди печенька. А, пойдем. Вот, за печенькой. Ой. Шоколадная печенька. Ням-ням-ням-ням. Прикольно. Молочный шоколад. А, тут конфетные монстры, помогите! Конфетные монстры! Пошли вон, конфетный печенек! Бей! Нет! Нас бьют конфетки, агрессивные конфетки. Я никогда не знал, что конфетки бывают агрессивными. С них выпали как эти. Куки. Куки. А ну куки. А ну поделись. Поделись, Игорёк, поделись. Три. И дайте покушать печеньки. Так. А где мы? Это мы на большой печенюхе. Давайте я ему съем глаз. Знаете, что я хочу? Женечка, иди сюда, смотри. Что, Женечка? Видишь, там мороженка большая на самой горе, вот там. И там еще одна печенька. И там печенька. Игорёк, потопали? Да это далеко. Смотри, там есть вертолёт. Там есть вертолёт. Ну тогда ладно, тогда пойдем. Тогда давайте. Нет, водить вертолёт. Я умею. Нет. Ты умеешь? Вперед. Куда мне садиться? Я не знаю, куда тебе садиться. Садись уж куда-нибудь. Полетели. Вперед. Да, все сели. Летим. У меня остались еще пурпурные конфеты, голубые конфеты и парашют. Летаю конфеты. Взлетает. Король мороженка. Вот, смотри. А там еще вишня наверху, видишь? Вишня, нужно... Давайте вишню. Хочу вишню. Будем кушать вишню. Вишню. Вишню! Я первый кусаю. Я второй. Стоять! Пока! Куда? Все, съеди, мы не достанем цедички. Не, подождите меня. Ну оставьте мне, ну пожалуйста. Эдичка, так уж и будете дам эти.
Я тебе вишенки, на. Летом. Помогите, помогите! Как мне забраться? Как мне забраться туда? Не какаришка, все. О! А! Бьют! А где? О, да. Ну дай вишенку. Ну пожалуйста, дай вишенку. Там косточку осталось. Хотя бы что-то осталось. Косточки. Нет, это не косточка. О, как же мы обожрались! Ой, мне кажется, пора возвращаться в сад. Давайте, давайте, а то... Пучит уже, пучит. Давайте домой возвращаемся. А как там до портала-то дойти? Помогите. А где портал вообще? Где портал? Портал вообще фиг знает где. Что тут делать? Я хочу домой уже. Ой-ой-ой. Монстры набежали. О, помогите. Живот, живот, не чувствую. Готовы еще три? Давай, давайте обратно в портал. Раз, два, три. Смотри, нас у всех встречают. Рома. Сраные конфеты, у меня болит живот от них. Как же я устал. Я хочу домой. Уже, по-моему, темно на улице, нужно уходить. Мне тоже. Давайте, пойдемте домой. Я устал. Вика, Настя, всем удачи. Пока-пока. Всем. Всем пока. Мне кажется, у нас сегодня какой-то очень насыщенный день был. Да. Да, очень-очень. Вот и день закончился в детском саду. Пора прощаться. Игорёк. Пока, ребята. Пока. Пока. Я пошёл. Я домой.